Сегодня на площади УГАТУ состоялась торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года. Какие пожелания хотели бы передать первокурсникам? Ну, в первую очередь, это вот не стесняться своих желаний. Если есть возможность, проявите себя. Я хочу пожелать первокурсникам, чтобы они с первого же дня вливались в учебу со своими одногруппниками, просто начинали всю эту активную студенческую жизнь. Потому что, чуваки, это ваши самые лучшие годы. Ловите от них кайф, получаете от жизни все. Чувствую, переполнять Москва как-то неожиданно даже, как-то непривычно, то, что с провинциальной городка я сюда приехал в Уфу. Некое такое засмущение, что ли, есть. Мы хотим пожелать первокурсникам, чтобы они дерзали с первого дня, чтобы они сразу нашли себя, не пропускали пары первые, пусть особенно ходят, зарабатывают автоматы, чтобы у преподавателей сложилось хорошее впечатление о них. Вот, потом они могут немножко похалтурить. Ребята, учитесь, 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 кайфуйте, живите, радуйтесь, что вы поступили в этот классный вуз. Вот, студенты, вы идите, там нужны ребята, которые держат микрофон и снимают. Наслаждайтесь, время классно здесь проведете, я уверен. Так все классно, все здорово, первошам удачи, пятерок, и все классно будет вообще.